Всем привет, с вами я Тойбой, и сегодня мы поиграем вот в такую вот замечательную сборку игр. У нас тут есть Access.io, Skyroller, Brawl Stars, Drive Hills, Roblox, Holio, Craft Vegas и Save the Girl. Давайте сейчас начнем с игры Access.io. Я здесь немножко уже наиграл себе прогресса, открыл себе новенького персонажика, новенький топорик себе заработал. И давайте сейчас пойдем в третье подземелье, замок называется он у нас. И попробуем еще и замок сегодня за этот видеоролик пройти. Хотя, блин, что-то я сомневаюсь, что у нас это получится. Смотрите, какие тут заряженные пацаны бегают. У них очень много здоровья, они очень быстрые, у них очень прокачанное оружие. А я все еще как нубик бегаю с непрокачанными. Так, давайте сейчас качнем себе яд. И пока что собираем вот эти вот фиолетовые, розовые штуки, которые на полу валяются. Ой, он сразу три топора метает. Офигеть. И давайте еще раз подкачаем. Давайте дальность броска лучше вкачаем, это повыгоднее будет. Ой-ой-ой, да, чувак, успокойся. Что ты такое вообще? Офигеть, по три топора метает. Надо от него избавляться поскорее, потому что мы не сможем против него сражаться нормально. Так, все, мы его минусанули. Еще и вдобавок кого-то там за ним задели. У нас же топор, кстати говоря, необычный, вы не знаете, я вот знаю. Он проходит сквозь врагов. Так, все, мы зачистили первый уровень, первый этап. И давайте сейчас отправимся на этап номер 2. Но перед этим прокачаем сквозь стены. Это хороший баф. Теперь у нас снаряды проходят и сквозь врагов, и сквозь стены. Так, здесь у нас... Ой, враг. Давайте мы от него спрячемся. Ай-яй-яй, да ну. Кидаем. Отлично, убили. Так, давайте сейчас постараемся себе 5-й левел заработать. Так, оп. Попутно, конечно, будем кидать топоры, чтобы кого-нибудь так случайно зацепить. Так, и нам чуть-чуть остается до 5-го уровня. Ай-яй-яй. Ух, блин, капец, у меня мало здоровья. Надо срочно восполнить хпшки себе. Чувак в нас попал. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, да как он так быстро метает свои мечи. Нереальный пацан просто какой-то, блин. Проиграли. Ну, все-таки прокачка нас сдает немного. Мы очень слабенькие для подобного уровня игры. Нам бы хотя бы до 5-го уровня подкачаться, чтобы новых персонажиков себе открыть. И давайте сейчас миссии пособираем. У нас тут золотишко. Да, 100 золота. Так, ну и все, в принципе, мы больше ничего не выполнили здесь. Так, а награды есть у нас какие-то? Ну, 3 гема. Нормально, в принципе, сойдет. Почему бы и нет. Окей, ладно, давайте отправимся в следующую игрушку. Вторая игра в нашем списке называется Skyroller. Она новенькая на нашем канале, я до этого в нее не играл. И сейчас давайте попробуем ее оценить, посмотреть, что же это такое. Она, в принципе, занимает неплохие места в топе бесплатных игр. Итак, загрузочка у нас сегодня закончится, нет? Да, все, закончилась игра. Спасибо за установку Skyroller. Спасибо, вам тоже за такое спасибо. Так, давайте нажимаем «Играть». И сейчас будем управлять нашей девкой. Так, о, слушайте, прикольно. Мне нравится вот эта вот волна, которая появляется от наших роликов. Выглядит классно. Так, и финишируем. В целом, игрушка, судя по всему, не запарная. Вот от слова совсем не запарная. Так, давайте забираем гемы. Хорошо. Так, и левел 2. Да, слушайте, вот так вот просто. Сразу отправляемся на второй уровень. Так, давайте еще немножко покатаемся. Оба! Интересно, есть ли тут какие-то улучшения для наших роликов или улучшения для уровней, чтобы как-то визуально их приукрасить? Может быть, мы можем поменять нашу девушку? О, кстати, разблокированы рельсы. Мы какой-то новый этап открыли для наших прохождений. То есть теперь мы еще и по рельсам сможем колесить. Давайте мы это сейчас посмотрим, как выглядит вообще. У нас же прогрузится уровень с рельсами. Да, слушайте, вот он, уровень с рельсами. Так, ну-ка, пробуем. Оба, оба. Она так на шпагат скоро сядет, если мы слишком сильно перестараемся. Так, и собираем ключик, хорошо. Уровень 3 у нас пройден. Так, подарочек даже нам тут дают. Ну ладно, мы его брать не будем. И с этой игрушкой мы, пожалуй, пока что закончим. Давайте уже отправимся в следующую игру. Роликов не было настолько давно, что в нашей любимой игре под названием Brawl Stars уже вышло новое обновление, и нам сейчас обменяли наши билеты на кристаллы, давайте их заберем. И посмотрим, что же такого тут обновилось. Я слышал, добавился Бравл Пасс. Вау, мега ящик за 119 гемов, 3 штуки целых, ого. Так, ну давайте мы сейчас бесплатный ящик заберем. Надеюсь, нам кто-нибудь выпадет. Нет, блин, это никогда не работает.
Всегда, когда надеешься, никто не падает. Так, и двойные жетоны. В целом, неплохо. Так, давайте сейчас заценим Бравл Пасс. Как он выглядит вообще? Оу, большой ящик. Так сразу мы можем его открыть. Это нам бесплатно, походу, дается, да? Слушайте, прикольно. Так, Пока. О, Барли, да. Новый боец. Отлично, наконец-таки это свершилось. Редкий боец, 3 из 4. Отлично. И, о, что? Два бойца с одного сундука? Это как? О, я не верю, ребят. Это вообще возможно? Два новых бойца открыл. Капец, я в шоке, ребят. Так, что тут в самом конце? Наверняка какой-нибудь скин. Потому что, да, слушайте, вот Гейл какой-то. А, это новый бравлер, что ли, открывается? Вау. Так, а новый скин будет какой-нибудь? Интересно, вот. Так, Дафф. Ой, начинается, я забыл. Я забыл отклонить. Точнее, постоять, не беспокоить. Ну-ка. Да, торговец Гейл будет в конце новый скин доступен. И сколько у нас стоит Brawl Pass? Ну, скорее всего, так же, как и в Clash. Так, а что по заданиям? Квесты. Какие квесты я могу выполнить? Так, победа врага 12 раз с бойцом Нита. Я хочу что-то с Пока выбрать. Так что давайте мы сейчас пойдем в Brawl Ball, получается, да? Надо в Brawl Ball победить. Выиграйте бой 6 раз в режиме Brawl Ball. Да, погнали. И попробуем сейчас на Пока выиграть кого-нибудь в Brawl Ball. Так, хорошо, ознакомление у нас прошло вроде как более-менее адекватно, успешно. Я понял, что произошло с игрой. И сейчас давайте постараемся всех нагнуть. И главное выиграть. Так, оп. Забираем мяч. Хорошо. Ай, куда я пнул? Ой-ой-ой, вот это я лошара. Ладно, давайте просто зайдем в ворота. Первый раз ошибся, второй раз все-таки сделал все как надо. Мне бы еще по-хорошему надо управление поменять. Потому что у меня слегка неудобное управление сейчас стоит. Так, и второй мяч тоже забиваем. Я вообще хочу поставить на боковые мышки себе выстрелы. И надо будет этим как-то в следующий раз заняться перед началом ролика. Так, победа плюс 8, ранг апнут, победа врага. Ага, засчитали, засчитали. Так, слушайте, реально все работает. И жетоны, смотрите, как жестко копятся. По 500, по 250 буду давать. Вау. А жетоны у нас теперь, получается, отправляются в... А, вот сюда они все отправляются, понятно. Так, давайте откроем здесь ящик. Оба, монеты, очки силы, очки силы. Так, ну новый бравлер нам скорее всего уже не выпадет, потому что и так их дофига выпало. Так, давайте заберем еще один сундучок. Так, монеты, очки силы, очки силы. Ну слушайте, с новым Brawl Pass'ом в игру стало даже немного интереснее играть. Просто потому, что теперь есть какие-то челленджи, какие-то задания, которые ты хочешь выполнять. И которые тебе будут давать некое вознаграждение. Так что это крутая тема. Мне понравилось, что сделали с Brawl Stars'ом. Ну а вы напишите в комментариях, как вам обнова, зашла или нет. А я сейчас отправлю следующую игрушку. Четвертая игра в нашем списке называется Drive Hills. И она новенькая на нашем канале, поэтому давайте сейчас попробуем ее заценить. Я тут уже сыграл за кадром один уровень, и я пока не особо понимаю, что тут надо делать. Неужели смысл в том, чтобы крушить как можно больше всяких разных объектов? Или может здесь надо в целости и сохранности добраться до финиша? Что-то вот не особо понятно. Но, чтобы вы понимали, мы сейчас катим колеса к какой-то машине. Одно колесо я уже прикатил, сейчас прикатилось второе. И нам надо еще два колеса дотащить, а потом, скорее всего, мы сможем покататься на той машине, которую мы сейчас собираем. Так что давайте сейчас продолжим проходить уровни. Давайте просто на полной скорости попробуем все это пройти. Мы, конечно же, очень много коробок не взрываем, очень много всяких объектов не уничтожаем. Но кому это надо, боже? Мы здесь не ради этого собрались. Нам самое главное до финиша добраться. Так, все, третье колесо мы перевезли. Какой-то новый предмет нам открылся, но его можно только за рекламу получить. Ну его нафиг, я не хочу смотреть рекламу. Так, хорошо. А, третье колесо есть. И четвертое колесо у нас сейчас будет, самое последнее. А потом мы глянем, что же за машину мы такую соберем. И будем ли мы вообще кататься на этой машине, интересный вопрос. Так, едем, хорошо. Пока все good, пока все хорошо, замечательно. О, минус арбузы. Сколько же тут зубной пасты. Капец.
Так, это какой-то бесконечный левел, он реально не заканчивается. Я уже сколько всего прошел, сколько всего уничтожил, и вот только-только дошел до финиша. Так, финишировали, хорошо. И теперь мы можем управлять машиной, ура! Так, давайте. Ну-ка, посмотрим, что за машина, в чем будет смысл ее вождения, и что нам вообще надо будет сделать. Так, мы загрузились какими-то товарами, и сейчас нам, судя по всему, надо довести эти товары, да? Все настолько просто. Ой-ой-ой, так, машина аккуратная, не ударяйся. Роб и Бэнк. О, мы можем украсть деньги с банка, но так как у нас отключена реклама, мы не можем этого сделать. Капец. Ну ладно, по крайней мере, мы довезли товары и заработали на этом немножечко деньжат. Игрушка прикольная, в целом мне понравилась, она... О, слушайте, мы еще можем покататься на машине. Ё-моё. Ай-яй-яй, запчасти сейчас вылетят. Круто, блин, слушайте, реально круто. Игра прикольная, ребят, советую вам. Если нечем заняться, хочется убить время, обязательно в нее поиграйте. А я сейчас пока что отправлюсь в следующую игру. Пятая игра в нашем списке, Roblox. И сейчас мы поиграем в режиме Counter-Blocks. Оп, минус чувак. Постараемся сейчас немножко понагибать... Ой, что я нажал? Так, ну-ка, во. Постараемся сейчас понагибать в режиме Deathmatch. Я, в принципе, опытный игрок в эту игру, так что сейчас все будет красиво. Но не сейчас, вот, чуточку попозже, может быть. Оп. Всем по хедшотикам. Блин, убежал один засранец от меня. Так, ну-ка, иди сюда. О, вот здесь есть враг. Блин, и мне в спину кто-то выстрелил. Хорошо, ладно, давайте. Оп. Оп-оп. Ну, со стрельбой проблемы, как видите. Не на записи я играю намного лучше, признаюсь честно. Так, оп-оп-оп, минус парень. Так, ну, ё-моё, это вообще как-то незаконно. Давайте мы сейчас с диглом поиграем. С дигла у меня лучше получается стрелять. Не знаю, как это работает. Казалось бы, калаш, автоматическая винтовка. С нее должно быть гораздо удобнее убивать. Но с дигла, как видите, я гораздо жестче вешаю. Так, ну, вот мне повесили сейчас. Так, оп, тут парня прирезали. Оп, отомстили сразу за него. А вапери тут имба, конечно. С АВП тут классно играть. Она ваншотает, убивает в тело, в голову. Но только не в ногу, кстати. Так. Чувак, хватит прыгать. Ха! Он нас убил. Вот красавец же. Так. Я пока врагов вообще нигде не вижу. Оп. Увидел. И убили меня с другой стороны. В целом режимчик прикольный. Если вы любите позалипать во всякого рода стрелялки, то вам должно зайти. Однозначно. Так, но я пока что, как видите, не на первом месте здесь. Не самый лучший игрок. Но стрелять мне нравится. Прикольно. Так, давайте сейчас на лонг выйдем. Так, оп-оп-оп. Минус. Сдигла. Ба! Убил нас. Гаденыш. О, просто на бегу мне головы ставит. Жесткий парень какой-то, реально. Задрот, наверное. Я, блин, зашел сюда просто видео снять, а он меня нагибает во всех позах. Так, оп, минус. Хорошо. Надо еще врага найти. Так, оп, минус. Оп-оп-оп, минус. Хорошо. Еще минус. И, блин, опять спину нас убили. Ладно, это у нас режим назывался Counter-Blocks, Roblox игра, если что, в целом называется, вот. И давайте сейчас отправимся в следующую игрушку. Так, Шестая игра в нашем списке называется Hall.io, и здесь нет никаких звуков, поэтому сейчас мы включим свою музычку. Оба. Так, пошла жаришка. Главное, немножко погромче ее сделать. Во, мне кажется, так самый нормас. И давайте сейчас попробуем поставить себе новый рекорд. У нас тут лучший рекорд 1200. 1237, если быть совсем точному. И давайте сейчас попробуем... Оу, какая-то версия странная. И сейчас давайте попробуем побить наш рекорд. И при этом нагнуть всех наших соперников. Так, жрем скелетиков. Я не особо разбираюсь вот в этой карте. Она для меня новенькая.
И мне интересно, что здесь надо такого сожрать, чтобы стать реально гигантом? О, слушайте, мы скушали камушек и сейчас можем кушать деревья. Так, давайте разгоняемся. Наверное, стоит начать охотиться на других игроков, потому что за них будут давать гораздо больше опыта, мы сильнее будем отжираться. Так, ой-ой-ой, все-все-все, я, слушайте, разросся. Так, уже даже камни в меня не помещаются. Так, собираем, продолжаем. О-о-о, целое дерево в себя впихнули. Так, ну этот островок я, походу, сейчас полностью съем. Но я все еще не первый, кстати говоря. Это очень грустно. Так, оп-оп-оп, собираем-собираем. Хорошо, отжираемся-отжираемся. Так, уже можем сожрать целый пирс. 60 секунд остается, а мы все еще 162 по размеру. Так, ладно, я пошел охотиться на других игроков. Я уверен, что сейчас я с их помощью стану гораздо больше. Так, иди сюда. Оба, size up сразу у нас появился. Так, давайте кораблик сожрем, касатку эту тоже в себя поместим. Так, вот здесь есть игрок. А ну иди сюда, засранец. Оп, съели. Слушайте, карта прикольная, но так как я нифига на ней не знаю, у меня не получается здесь быстро отжираться. Хотя, слушайте, во-во-во, пошло. Смотрите, как мы отъели. Целый остров съели. Так, корабль, оп, поглотили. У нас рекорд 1200. Я не уверен, что мы справимся за 20 секунд, сможем его побить. Но я очень постараюсь. Так, оп-оп-оп. Тут какой-то замок гигантский, блин. Ну, замок я вряд ли осилю. Ай. 8 секунд остается, 8. Ай, блин, вон того бы еще скушать, розового чувака. Но он от нас убегает. Блин, тайм-аут у нас. Вот же ж, не повезло. 1117 набили. Ну, в целом тоже неплохо. Если что, пишите в комментах, какой у вас рекорд в этой игре. А я отправляю следующую игрушку. Седьмая игра в нашем списке — Крафт Вегас. И мы здесь продолжаем летать, изучать всякие разные дома, смотреть на вот эти грандиозные, шедевральные постройки. И в прошлый раз мы с вами зациклились на вот этом домике, посмотрели его... Ой, реклама опять. Посмотрели его, даже немножко там освещение установили. Теперь давайте заценим следующий дом, который здесь у нас имеется. Смотрите, какой он гигантский. Это все дома, исполненные в модерн стиле. Они вот такие вот красивые, интересные. И мне даже интересно, что там внутри. Так, что-то мне подскажет, что там ничего нет. Так, а где вход? Вау, слушайте, четко сделано. Там даже бассейн, походу, есть свой собственный. Да, слушайте, о, скелетон, привет. Стоит с алмазным луком. Так, а я хочу к бассейну. Можно мне как-то... Ой, крипер. Ты что тут забыл, товарищ? Ты же не взорвешься здесь случайно вот так вот? А? Не, не хочет он взрываться. Какой-то добрый крипер. Так, и да, здесь есть свой собственный бассейн. Вот так вот прикольно выглядит это здание. А сзади тоже, в принципе, неплохой видок у него. А я бы, на самом деле, лучше мирный режим поставил, потому что здесь жители, они подохнут, если я не отключу им мобов. Вон там, вот, по-моему, на улице бегают куча жителей. Ну ладно, давайте сейчас об этом не будем париться. Так, здесь какой-то совсем скромненький домик стоит. Не очень интересный. Вау, здесь уже немножко поинтереснее, смотрите. Оу, тут даже есть какие-то элементы интерьера. Так, я, пожалуй, через окно зайду. Ой, ой-ой-ой, куда я упал? Так, оп. Да, слушайте, здесь есть кровати, есть сундуки. А в сундуках есть что-нибудь? Так, как залезть в сундук? Не хочет он что-то залазить в сундук. О, он хочет рекламу мне открыть. Сундук открывать не хочет. Так, да, сломали сундук, и там, конечно же, ничего не было. Ладно, так, давайте выходим через окно, как обычно. Так, хорошо. И вот здесь я видел какой-то парк с фонтанчиком. Давайте его заценим быстренько. И, пожалуй, на этом будем заканчивать с этой игрушкой. А то нам скоро тут вообще ничего не останется смотреть. Так, ну, парк вообще скромный. Здесь только один фонтанчик, даже скамеек нет никаких. Ну и ладно. Тут железная дорога, которая ведет на железную станцию. И интересно, она заканчивается где-то? Слушайте, да, смотрите, она просто обрывается вот здесь. Как бы, оп, и нету дороги. Куда поезд приедет, непонятно. Тюхнется вот сюда, упадет и все. Это что такое? Вау! Если хотите, мы посмотрим на это поближе в следующей серии. Если хотите, я еще раз запишу Крафт Вегас, но это что-то реально гигантское, нереальное и большое. Ладно, давайте отправляемся в следующую игру.
Ну и напоследок давайте позалипаем в «Спаси девушку». Так, что мы здесь можем проапгрейдить? Так, можем поставить себе окошко в комнате. Можем себе новенькие... Ой, слушайте, я уже что ли поставил? Эй, я не хотел покупать так сразу. Я хотел посмотреть, что я могу выбрать. Лучше бы уж я обои себе новые поставил, потому что вот эти обои смотрятся максимально стрёмно. Да и пол бы прикупить хоть какой-нибудь, а то комната у меня реально страшная. Так, ладно, все, отправляемся проходить 9-й уровень. Так, оу, лес зомби, как ты сюда забралась, дорогуша? Что-то странное, ну, наверное, это зомби. Так, что мы сделаем, свечку или же магнитолу? Так, ну, давайте магнитолу поставим. Может быть, зомби решат потанцевать или магнитола их испугает? А, скорее всего, магнитола их испугала. Так, о, зомби на нас вышел, что нам сделать? Давайте что-то с луною сделаем. Что? О, мы превратились в оборотня! И зомби нас испугался. Прикольно. Так, мне нужно скрыться. Так, а что тебе надо сделать, чтобы скрыться? Ну давай маску зомби наденем, может он тебя не узнает? Да, он тебя не узнал. Он принял тебя за своего, и ты прошла лес зомби. Хорошо, мы спасли нашу девушку. И давайте сейчас еще один левел пройдем. Заработали 50 монеток. И новый скин туфелек, не, спасибо, я не хочу. Так, получить X4 тоже не хочу, спасибо. Давайте сейчас пройдем 10 уровень. Так, мы убежали с леса зомби и отправились куда-то на кладбище, что ли. Так, а давайте вот это вот. Что это? Это из растения versus зомби, Plants versus зомби. Какая-то пушка вылезла у нас. Так, ну... Блин, я боюсь кидать здесь огонь, потому что мы можем себя поджечь. Да, здесь, как видите, был электрический щиток. Мы выбросили сюда воды немного, и зомби у нас испугались нас. Так, что дальше? Главное здесь не лохануться, потому что вот последняя фаза, потом придется с нуля все проходить. Так, бросить масло или же бросить вот эти вот шипучки. Так, блин, давайте масло прольем. Оба! Шлепнулся, чувак. Это тоже был правильный ответ. Что-то нам сегодня везет, мы еще ни разу не облажались, еще ни разу не выбрали неправильный вариант ответа. И да, у нас пройден 10 уровень, так что давайте мы следующий уровень оставим на потом. Если хотите, я еще поиграю в Save the Girl. Ну а сейчас вот такая вот сборка у нас была. Access IO, Skyroller, Brawl Stars, Drive Hills, Roblox, Holio, Craft Vegas, Save the Girl. Все, вот в такой последовательности я снимал и... вам показывал. Так что, если вам какая-то игра понравилась, если хотите ее скачать, просто вбейте ее в Play Market и скачивайте. А я на этом заканчиваю эту сборочку, этот видеоролик. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы поставили свой лайк, подписались на канал. И я вам напоминаю, что с вами был я, ваш Тойбой. Я с вами не прощаюсь. Еще увидимся.